Начало августа – самая пора, когда базары изобилуют разными овощными культурами. Молодой картофель, кабачки, баклажаны, помидоры с огурцами и еще очень много даров природы. Но большим вниманием у людей сейчас пользуется ягода, цена на которую в последние дни снизилась. И вот первые урожаи вишни мы продавали по 500 рублей ведерко. А вот сейчас уже 200, потому что все вишни нынче очень большой урожай, богатый. И вот посмотрите, у всех вот ведрами, ведрами, ведрами. И уже все сбавили цены, потому что иначе, а куда ее девать? Ну, не выбраться уже на дорогу. Пользуются популярностью сейчас у бичан и грибы. Лисички и белый гриб не сходят с прилавков. Цена за килограмм стартует от 300 рублей. Надежда Белогурова уже много лет занимается сбором грибов. Но этот год, говорит женщина, выдался особенно богатым на урожай. Много нынче грибов. Вот, ну, лет 10, наверное, не было такого гриба. Прям полянки встречаются вот семейками по 5 штук, и по 8, по 10. Обычно идешь, ну там один, идешь два, а нынче прям вот хороший сезон грибной. Упали в цене и овощи с грядки. Например, всего за 40 рублей можно купить средний кабачок. А 2 килограмма молодого картофеля обойдется всего-навсего в 150 рублей. А некоторые ягодные культуры сейчас вообще распродают за копейки. Ведь товара в этом году много, а портится он в такую жаркую погоду очень быстро. Евгения Прохорова, Илья Петков, «Будни».